Приветствую вас. И ответить на вопрос можно так. Чтобы появились люди, которые были бы заинтересованы в том, чтобы вы стали лучше, нужно быть им интересным. Нужно, чтобы они видели в вас продолжение, реализацию, возможность развития своих интересов. А это значит, что вам нужно понимать, что окружающим людям интересно, выбирать такие интересы людей, которые наиболее созвучны вашим, и стараться показать людям, что их интересы для вас важны. Таким образом, вы создаете заинтересованность в том, чтобы они в вас что-то вкладывали. И тогда они реально будут делать что-то, чтобы вы их интересы лучше защищали, лучше их продвигали и так далее. То есть, по сути, вам нужно взять наиболее близкие цели людей и сделать эти цели своими. И тогда люди, поняв, что вы готовы защищать, продвигать и достигать их цели и интересов, и интересы осуществлять будете готовы, они будут вам всячески помогать для этого. На этом, в принципе, можно завершить ответ, но мне бы хотелось в конце указать вам, что для того, чтобы стать лучше, необходимо в первую очередь понимать, а что именно значит стать лучше. И если вы знаете, как стать лучше, то возникает вопрос, а зачем вам другие люди, чтобы стать лучше? Возьмите и постарайтесь сами стать лучше. И если есть какие-то блоки, которые не дают вам стать лучше, то в этом мы можем вам помочь. В решении этих блоков мы можем дать вам средства для преодоления их и тем самым обретения самостоятельности, независимости от этих людей. Потому что для того, чтобы человек стал лучше, ему на самом-то деле кто-то не нужен. Ему нужна лишь личная мотивация, стремление и своя собственная цель. Но это уже исключительно по вашему желанию. На ваш вопрос изначальный ответ был дан. Надеюсь, что комментарий мой будет учтен лишь при вашем желании. И в конце концов ваше право прислушиваться к нему или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь, в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшему. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго.